Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашему вниманию ченнелинг «Принятие аспекта темной материи. Выход в сознание единства». Принято Ириной Флов, читает Лора. «Я приветствую вас, дети мои, темное, темное женское, темные воды, темное начало, темный конец, темнота, темное, темное, страшное, пугающее, поглощающее, уничтожающее, темное, темнота, страх. Погружение в темноту, темный аспект женского, вытесненное, неприемлемое, непринимаемое, изгнанное, изгнанное, изгоняемое, отверженное, отвергаемое. Женское – это список характеристик, список определений, список критериев. И все это не подпадает под эти критерии. Поносится, отвергается, низводится. Это неугодно. Это неугодно. Вы не женщина. Неприятие этих аспектов в других. Неприятие этих аспектов в себе. Темное, темное. Ты должна быть понимающей. Ты должна быть любящей. Ты должна быть теплой, мягкой, нежной, ласковой, ресурсной, питающей, питательной, успокаивающей, услаждающей, радующей. Ты должна быть хорошей матерью. Ты должна. Ты должна. А если нет, тогда исправляйся. Я не приемлю тебя такой. Я не приемлю тебя такой. Это послание от ребенка матери. Это послание от мужчины к женщине. Послание забвения. Забвение. Послание из раскола разделенности, дуальности. Ты не такая, как надо. Надо так, чтобы поддерживать иллюзию. Поддерживать иллюзию разделенности. Я принимаю только хорошее. То, что я маркирую как хорошее. Мой ум, мое восприятие выделяет это как хорошее. Моя система, мой компьютер решает, вот что это хорошо и приемлемо. А вот то даже смотреть туда не хочу. Я даже не буду разбираться, что это. Это слишком неприятно, страшно, пугающе. Хочу иллюзию, хочу иллюзию. Я буду вечно пытаться достичь этого идеала, оставаясь в этом состоянии разделенности. Невыносимая задача, невыполнимая задача. Обратим же свой взор к этой невероятно прекрасной темной материи. Темная мать вступает в свои права. Наконец-то темная мать вступает в свои права. Признание темной матери. Кто вообще сказал, что она темная? Кто дал ей такое наименование? Что значит темная? Она просто такая, какая она есть. Она все то, что не принимается. Она суть. Она суть. Она многогранна, она многолика, она огромна, она глубока, она все. Можете ли вы сказать ей «да»? Да, да. Можете ли вы сказать ей «прекрасно»? Прекрасно. Взгляд не может сфокусироваться. Такое сияние, такое великолепие. Была ли темнота? Попробуйте найти своим взглядом темноту в той, кого вы назвали темной. Где она, эта темнота? Там же один свет. Там один свет. Разве вы не видите? Разве вы не чувствуете? Это тот свет, который в вас. Это тот свет, который все. Происходит интеграция. Нет никаких оценок, нет никаких характеристик,
Нет больше никаких критериев. Нет никаких формул. Нет никаких определений. Есть соединенность. Соединенность. Сейчас активны первая и вторая чакры. Поднимается страх. Страх бытия воплощенным, отделенным. Страх как часть условий этой игры. Как часть пребывания в этой иллюзии разделенности. Раз, и страха нет. Где же он? Разве есть этот страх? Разве остался этот страх? Вы смотрите на свой живот, на низ живота, на ноги и видите, что вы словно вырастаете из Вселенской Матери. И каждый, кто казался вам другим, кого вы воспринимали как отделенного от себя, возможно, вы по-прежнему так воспринимаете, но вы просто видите, как этот условно другой также вырастает из Вселенской Матери. Одна материя, одна мать. Вы смотрите дальше. И все, что вы видите, это формы матери. Это проявление матери. Я есмь мать, я есмь мать, я есмь мать. И вы все глубже проваливаетесь, проваливаетесь в то, что зовется матерью. Вы проваливаетесь. Вы проваливаетесь, проваливаетесь. И в какой-то момент вы почувствуете, что вы чувствуете абсолют. Нет никакого разделения. Нет разделения. Было ли когда-то, когда-либо что-то отделено или отдельно? Единство. Просто целое. Полнота. Неделимость. Как можно из этого выделить женское или мужское? Нет такого. Невозможно. Все одно. Все одно. Все одно. Одно. Один. Точка. Одна точка. В ней все. Неделимость. Неделимость. Сознание неделимости. Сознание неразделяющее. Сознание единства. Благословение сознанием единства. Благословение сознанием единства. Архангел Михаил благословляет своим мечом сознание единства. Сознание единства. Сознание единства, целостность, восстановление целостности, восстановление нашей целостности, восстановление целостности ваших клеточных структур. Восстановление целостности ваших клеточных структур. Исцеление, устранение расколов в вашем восприятии разделенности. Одно. Целостность. Любовь. Одно, одно. Я. Я есмь. Я есмь. Я есмь. Утверждение в сознании неделимости. Утверждение в сознании единства. Хам. Все одно. Да будет так. Так и есть. Свершено, утверждено, благословленно. Силат запечатанный.